В славянских странах чествуют просветителей Кирилла и Мефодия. В Чехии состоялись празднества в честь 1150-летия прихода святых равноапостольных братьев в Великую Моравию. Фестиваль под названием «Встреча культур» созвал представителей поместных православных церквей, духовенства Чехии и государственных деятелей страны. Почетным гостем торжеств стал константинопольский патриарх Варфоломей. Подробности из Чехии. Торжества в честь 1150-летия прихода святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия в Великую Моравию в течение 3 дней затронули многие города и веси современного чешского региона Южной Моравии. Кульминация торжеств состоялась на городище древней столицы Великой Моравии в археологическом музее около поселка Микульчице. Именно здесь, по утверждениям ученых, святой князь Ростислав принимал миссию святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Здесь солунские братья неоднократно совершали литургию. В Микульчицах сохранились фундаменты более 10 храмов. И благодаря ушедшему с поста предстоятеля церкви чешских земель и Словакии почетному архиепископу пражскому митрополиту Христофору в Микульчицах каждый год в мае снова совершается литургия. В нынешнем году божественную литургию возглавил патриарх Константинопольский Варфоломей. Делегацию из Болгарии, традиционной страны-участницы празднеств в Микульчицах, представил митрополит Лавчанский Гавриил, польскую православную церковь епископ Горлицкий Паисий, русскую православную церковь епископ Каменский и Алапаевский Сергий. Участвовали в торжественном богослужении и представители практически всех поместных православных церквей. Правда, верующие так и не увидели на празднике его идейного вдохновителя, митрополита Христофора, из-за опасений раскола церкви, не признавая клеветнических обвинений, блаженнейший владыка 1,5 месяца назад выбрал себе новое послушание – духовника маленькой Спасо-Преображенской обители на западе Чехии. И в праздничный день также отслужил молебен солунским братьям. Немного испортило ощущение праздника в Микульчицах дождливая погода. Вместо ожидаемых 10 тысяч гостей пришли только 2 тысячи. Но несмотря на все обстоятельства, верующие надеются, что молитвами святых братьев Кирилла и Мефодия православная церковь чешских земель и Словакии переживет все искушения. Dneska o sobě říkáme někdy, že tento národ není dost věřící. Сегодня мы говорим о себе, что наш народ не очень-то верующий, но в нем засеяно зерно от святых Кирилла и Мефодия, и в каждом из нас осталось немного той любви к добру, которому посвятили святые братья своей жизни. В каждом из нас остался кусочек того света, который воссиял в те времена. И мы не верим, что свет этот тьма обступит и задушит. И мы сегодня отмечаем праздник этого света, который принесли из Византии святые братья. Они здесь оставили свои жизни, то наиценнейшее, что они имели. Долго и упорно готовились к этой святой миссии, и она принесла свои плоды. Восточноевропейское бюро телеканала «Союз», Чехия, Южная Моравия.